Меня зовут Жанна Немцова, я старшая дочь Бориса Немцова, российского политика, государственного деятеля, который был убит 27 февраля 2015 года в 200 метрах от кремлевских стен. Я журналист немецкой медиакомпании Deutsche Welle и основатель фонда Бориса Немцова «За свободу». Живу я в Германии. Мне кажется, что фильм «Слишком свободный человек» стоит посмотреть не только тем людям, которые интересуются политической биографией моего отца, но и тем людям, которые интересуются эпохой 90-х, потому что вокруг 90-х существует огромное количество мифов, и уникальность этого фильма заключается в том, что о 90-х через биографию моего отца рассказывают сами участники тех событий, которые тогда происходили. Этот фильм вышел в прокат в России, и этот фильм стал самым успешным фильмом, как я понимаю, за долгую историю документального кино, или один из самых успешных. Я думаю, что вам будет интересно его посмотреть.